такая такой большой мяч, тоже сможет добивать усами. Или она придумала тут что-то другое. Давайте посмотрим. Интересное начало. Не хочет расставаться. Все-таки попробовал добивать. Видимо, может, Сонечка. И здесь какой-то другой сюрприз. Вот в чем дело. Сонечка всех заинтриговала. А оказывается, она просто ассистировала Баяну. Спасибо, Соня. И спасибо Баяну за это.